Друзья, привет! Сегодня мы с вами приготовим вот такие красивые, вкусные и очень простые канапешки. Это отличная закуска для любого фуршета или праздничного стола. Сначала сделаем основу. Берем готовое слоеное тесто и слегка раскатываем его в одном направлении, чтобы сохранить его пышность. Затем с помощью рюмки или специальной круглой формы вырезаем из теста кружочки. Кстати, чтобы тесто не липло к рюмке, присыпьте ее края мукой. Вырезанные кружочки прикладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки, и убираем в духовку. Готовим примерно 10 минут при 180 градусах. Пока основы выпекаются, мы сделаем с вами начинку для наших канапе. Нам нужно взять грушу и очистить ее от кожуры, а затем нарезать на небольшие кубики. Груша, конечно же, должна быть спелая и очень вкусная. Теперь берем сладкий красный перец и тоже нарезаем его небольшими кубиками. Конечно же, предварительно из перца нужно вынуть семена. Также кубиками нарезаем слабосоленую красную рыбу. Семга, форель или горбуша подойдет любая, какая вам больше нравится. Еще нам понадобится салями, виноград, адыгейский сыр, сыр рикотта, шпажки и свежая зелень для украшения. Первое канапе состоит из основы красной рыбы и сыра рикотта. Вторая из основы с салями и кусочка красного перца. Третьи канапе состоят из адыгейского сыра, груши и винограда. И четвертый из основы с солями и оливочки. Вот такие красивые канапе у нас получились, а на их приготовление мы потратили всего 10 минут. Это очень вкусно и красиво, а главное, легко и просто. С наступающим вас Новым годом и приятного аппетита!